На 66-м году жизни скончался советский и российский актер, танцор, хореограф и балетмейстер, заслуженный артист России Александр Куломзин. Он умер еще 25 февраля, однако о трагедии стало известно только сейчас. Причина смерти не раскрывается. Самой запоминающейся работой актера стал легендарный фильм Марка Захарова «Формула любви». В ленте есть эпизоды с шутами-скоморохами, а самым ярким среди них как раз и стал артист балета Куломзин. Также актер играл в фильме «Праздник опереты» и в телеадаптации «Валенсианской вдовы». Александр Куломзин родился 27 ноября 1956 года в подмосковном поселке Ивантеевка. В 8 лет он поступил в Московское академическое хореографическое училище при Большом театре. По окончании учебы на юного артиста пришла заявка из Московского государственного театра опереты, где он проработал 25 лет, начиная с 1976 года. Затем Куломзин сам преподавал хореографию и работал как балетмейстер в США, Франции, Китае и других странах. Артист 20 лет счастливо прожил в браке с музыкальным режиссером Еленой. Вместе они организовали домашний театр, ставили спектакли к праздникам, работали с детьми. Приносим соболезнования родным и близким. Вечная светлая память.